Всем привет, это UAPDesign, с вами Саня, и мы продолжаем уроки по иллюстратору. Знаете, заказчики часто говорят, что надо поиграть с цветами. Вот, прям вот взять и поиграть, то есть взять, не знаю, какого-нибудь красного, сделать золотисто-говняный, и вот он как раз ему подойдет. Так вот, в иллюстраторе это делается все очень просто. Возможно, два варианта. Первый вариант, это если у вас есть на самом деле одинаковые цвета, как у меня на этом моем файле исходном. Я его, кстати, да, приложу обязательно. То есть мы просто можем выбрать наш любой закрашенный каким-то цветом. Или, допустим, смотрите, мы можем выбрать там закрашенную обводку или цвет и обводку одинаковую. То есть это выбор одинаковых объектов. Ну, вот мы выбираем по заливке одинаковые. Так как у меня уже все подготовлено, то у меня есть несколько одинаковых по заливке цветов. И, допустим, мы просто можем его поменять на любой цвет. То есть, вуаля, и как бы хоп, и сразу же можем сохранить, показать заказчику, и его, я надеюсь, это сильно все устроит. Вот, или есть второй вариант. Мы можем просто выбрать всю работу, если у нас не слишком большая работа, ну или не обязательно всю, то есть можем выбрать именно какую-то определенную область и перекрасить ее. Ну, при помощи Ctrl-A мы вообще выбираем полностью всю работу, и в Color Guide, это Window и Color Guide, насколько я помню, Shift F3, да. Нажимаем его и нажимаем на это колесико. После чего мы можем, в принципе, также начать играться со всеми цветами, как и просил заказчик, заменять. Надо только единственное, что запомнить. То есть мы можем вот так вот отключить эти все цвета для начала. И вообще, в принципе, посмотреть, какой из них какой. И потом заново их подключать и вспоминать. Ага, то есть вот розовый у нас там был светло-зеленым, и мы там ему подберем какой-нибудь другой, там голубой или фиолетовый, какой угодно цвет. После чего мы их, естественно, применим, и, в принципе, все будет очень неплохо. Да или плохо, смотря как примените. После чего сохраним, и можно отправлять заказчику. Таким образом, можно поменять очень много разных цветов и не менять каждый цвет по отдельности. Такая маленькая фишка. Все, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!